Сейчас со мной стоят гости из Японии, и не просто гости, но и чемпион мира по выпечке хлеба Асаву Шуичи и Казу, производитель рамена. Расскажите, пожалуйста, ребят, какую продукцию вы представляете на данной выставке Протэкспо? Мы представляем очень качественную японскую рисовую муку. И просто не мука. Мы еще вам рассказываем, показываем с чемпионом, как с этой мукой производить, делать интересные продукции. Вот, смотрите, в чемпионе есть очень интересный хлеб с рисовой мукой. И этот хлеб сейчас мы разрабатываем вместе с известным пекальным Буше из Петербурга. И я в том числе, у меня есть производство лапши, и туда раменная лапша мы тоже добавляем рисовую муку. И дает очень интересный и настоящий вкус. Скажите, какие цели вы перед собой поставили на выставке Протэкспо? Конечно же, сейчас в Японии министерство тоже очень старается экспортировать японские качественные продукты по миру. И как раз в Россию в том числе мы стараемся, и чтобы и еще эта продукция была подходили именно русских потребителях, мы стараемся именно придумать интересные продукты, окончательные продукты, чтобы люди могли каждый день потребляли. Казу, а подскажи, пожалуйста, как можно и где можно попробовать хлеб, приготовленный чемпионом мира? Вот этот чемпион как раз сейчас разработает вместе с компанией пекальной Буше. Они из Петербурга находятся и сейчас активно в Москве тоже развивает открыть сети. Поэтому очень надеюсь, что в ближайшее будущее чемпиона хлеб из чемпиона можно попробовать в кафе Буше. Спасибо вам огромное и желаем вам успехов.